Футбол. Баки, кидай мне мяч. Ты даже не умеешь его подавать правильно. Я думал, это все умеют. Это же легко. Ну, может, лучше научишь меня вместо того, чтобы смеяться. Ладно, поиграем в футбол. Здорово. Я позову всех, жди. Только не говорите, что вы все пришли научиться играть в футбол. Нет, я уже знаю правила, я буду рефери. Дай мне мяч, я хочу начать. Не наторопись ты так, ладно? Я хочу играть, поэтому мы пришли. Той, мы хотим играть. Не волнуйтесь, вы все поиграете. Готовы? Вроде да. Мне что, бежать нужно? Забавно будет, толстые, мы здесь лучшие. Так, встаньте все в ряд. Отлично. До того, как мы начнем, я кое-что объясню вам. Будут две команды. Чтобы двигать мяч, нужно использовать ноги и голову. А теперь разомнемся. На вас напали муравьи? Нет, Балу. Я учу их играть в футбол. Они разминаются, а потом мы будем тренироваться. Хорошо. Можете остановиться. Теперь мы можем перейти к изучению основ ведения мяча. Я буду пасовать вам мяч, а вы пинаете его обратно, ясно? Симба! Баки! Смотри! Чемпион! Оли! Эй, смотри! Симба, сюда! Молодцы, ребята! Теперь пробегите несколько кругов вокруг поля. Отпусти сейчас же! Скорее! Я больше не могу. От этой игры у меня голова болит. Ты чем-то ударил голову, Баки? На ней две шишечки появились. Ну уже, продолжайте! Может, мы сходим к Алекс? Она тебе что-нибудь от головной боли даст. Стойте, я позову ее! Следующий прием посложнее, но потренировавшись, вы справитесь. Это пас головой. Ударяйте мяч лбом, ясно? От этих упражнений у меня аппетит разыгрался. Почти, но нужно ударять прямо. Мой, мой. Ой-ой. Неправильно. Сюда, Алекс. Так больно!
Мне не нравится футбол. Он причиняет много боли. Баки, Алекс идет. Наконец-то. Мне нехорошо. Стетоскоп. Моя голова. Мне больно. Не смешно. Баки растет. Что случилось? Похоже, наш друг скоро сможет похвастаться первой парой рогов. Что? Рога? На которых играют? Нет, глупыш. Рога, как у оленей. Иди сюда, Баки. Это снимет боль. Пока у тебя будут только маленькие рожки. Но когда они вырастут, они будут великолепны. Ой, невероятно! Рога! Рога! Так доктор сказала. Они растут прямо из головы! Хватит смеяться над ним! Да, это Симба прав. Значит, у него всегда будет болеть голова? Нет, Симба. Но пока они не появятся на поверхности, будет немного больно. Дети, ну пока, мне пора перекусить медом. А мы вернемся домой. Пока. Всем пока, спасибо. Ну, может, разделимся на две команды и поиграем немного. Но только без ударов головой, пожалуйста. Они сейчас увидят, как мы хорошо играем, толстый. Они удивятся, ага. Так, проще всего, если вы сами решите, кто с кем будет играть. Если мы будем в одной команде, нас не победить. Но это не значит, что ты выиграешь. Иди в команду Симбы, а я буду с остальными. Но мы всегда были с тобой в одной команде. Мне что, тебе все объяснять? Да. Я хочу играть с тобой. Ты же мой друг. Я хочу с тобой играть. Я просто притворюсь, что играю за них. Ага, здорово. Так, все готовы? На поле! Симба, сюда! Ой-ой-ой-ой! Нет-нет, помоги, спасибо! Нечестно, нечестно! Симба, давай мне! Не хитрите там, я смотрю. Есть. Это нечестно, он его спрятал. Он не туда бежит. Это нечестно! Нечестно! Куда ты? Симба с друзьями играют в мяч. Нужно стащить этот мяч. Да, ты спятил. Можно договориться с Шерханом использовать этот мяч. Эй, толстый, сюда, я открыт! Давай, давай. Ух ты! Вы видели? Он выбил его из поля! Мой мяч! Симба, принеси его!
Я видела, как мартышки его взяли и убежали. Уверена? Так нечестно. Наш мяч! Это все вы виноваты. Теперь мне не видать его. Я полечу за ними и прослежу, куда они направляются. Не уходите! Нехорошо. Эти все воры. Мне скучно. Лучше придумайте, как вернуть мой мяч. Успокойся. Мы его вернем, Той. Да? И как же? Пока не знаю. Зачем вы это сделали? Хотел показать тебе нашу новую игрушку. Ну, новый мяч, и что? Это не просто мяч, он принадлежит другу Симбе. Ясно. И Симба за ним точно придет. Отдай его мне. Без проблем, только заплати. Но я не могу заплатить. Если Шерхан узнает, что мне пришлось использовать его богатство, он меня убьет. Если нужен мяч, плати, или мы отдадим его обратно Симбе. Нет, нет, я посмотрю, что можно сделать. Шерхан. Чего тебе? Пустяки. Небольшое вознаграждение за мой труд. Ты что говоришь-то? Ну, хозяин, я много думал, наконец нашел способ поймать Симбу. Ну так поймай. Ну, есть приманка. План беспроигрышный. Ну, слушай. Обезьяны завладели мечом. Он принадлежит другу Симбы. Симба придет за ним. Понял? Что? Ты спросил, понял ли я? Ты совсем из ума вышел? Когда уж я научусь держать язык за зубами? Прости, хозяин, не хотел тебя оскорбить. Я просто так обрадовался, что мы поймаем Симбу. Мы поймаем его. Я хочу этот мяч. Нам нужна плата за него, иначе плакал мячик. Что? Да как вы смеете? Я Шерхан, быстро его, мне! Курди говорит, что ты что угодно отдашь ради того, чтобы поймать Симбу. Шерхан, надо им заплатить. Тихо, дай им то, что им нужно, и возьми этот дурацкий мяч. Сработало. Да. Эй, вы, вот он. Заплатить нам бананами. Ну чё ждёте? Потом принесу вам ваши бананы. Нам нужен мяч. Но теперь он у Шерхана. И силы мы его не вернем. И что же нам делать? Это наш мяч. Шерхан может и сильнее, но мы умнее. Мы его проведем. Другого выхода нету. И кажется, у меня есть план. А? Будет легко. Че ты на нас так смотрит? Ты думаешь, он... Да нет, не может быть. Вот-вот. Вы с мечом лучше всех управляетесь. Спасибо. Вы должны нам помочь. Ну, конечно, это не вопрос. Мы, пираты, любим рисковать жизнью. Толстый, что скажешь? Ну, если ты согласен, я тоже. Увидимся. Проще простого. Он просто кот, в конце концов. Мы закончим к обеду. Я пойду с ними, мало ли что. Симба, берегись. Это может быть опасным.
Не волнуйся, я все продумал. Надеюсь, его план сработает. Он спит. Нужно выяснить, с собой ли у него мяч. Я подожду здесь и присмотрю за Курди. Есть. Ты будешь тянуть его за хвост. Ага. А ты тем временем попытайся. Начнем. Мяч!
выкарабкаемся. Получилось, ура! Бежим! Смотрите, что у нас есть. Ой, Шерхан, наверное, расстроен. Еще как. Спасибо, ребята. Я вам так благодарен. Видел бы ты, как они его провели, здорово было. Не знаю, как вас благодарить, друзья. Этот мяч для меня все. У него такие собственнические инстинкты. Может, там внутри золото? Ты был прав. Ум важнее силы. Особенно в отношении Шерхана. Еще раз Симба и его друзья держали победу над Шерханом. В следующих сериях Симба научится соблюдать баланс между силой и мудростью. Надеюсь, вы к нам присоединитесь.